Добрый день, меня зовут Михаил, я технический директор компании Septic Eco. Сегодня мы приехали в гости к Александру и Анжелике. Истринский район, деревня Высокого. Они построили новый дом, и им требовалось провести автономную канализацию, водопровод из колодца. Хотим спросить их мнение о нашей работе. Дом брусовой. Поскольку старый дом у нас уже разваливался, пришлось, значит, построить новый дом. Будет жить мама. В основном, конечно, в летний период времени. И, конечно, без воды в этом доме очень тяжело и сложно. Хотели сделать, значит, скажем так, подвести воду в дом. Вот и вывод воды из дома. Сделать ванну под ключ. Поэтому обратились вот в фирму, нашла в интернете. Фирм много, организаций много. Смотрела, которые устанавливают не только септики, а именно делают отделку, именно ванну под ключ, потому что есть те, кто занимается, например, только септики, да, и больше ничего не делают. Поэтому искала целенаправленную организацию, которая занимается всем. Вплоть до электрики, установки сантехники там, и всего-всего-всего. И дальше уже, конечно, цены сравнивала, смотрела, действующие ли организации или нет. Ну вот остановила, потом прозванивала, честно скажу, звонила в несколько организаций, сравнивала порядок цен, слушала, кто что отвечает на вопросы, как что рассказывает, у кого это в какие сроки, скажем, кто-то, у кого-то сжатые сроки, у кого-то растянутые, кто-то на каком-то этапе. Ну, в общем, скажем, за один этап берут дешевле, за другой этап дороже. Но вот здесь как-то все это совпало. Все этапы, цена за все этапы, и, в общем-то, качество выполнения работ. Ой, ну, конечно, ребята молодцы, работали замечательно. Можно сказать, и днем, и ночью. Сроки короткие. Вот самым близким людям однозначно порекомендовала только вас. Потому что уже как бы делали, знаем. Ну, и, конечно, очень довольны остались.